Внушительная мохнатая голова, почти тонна мышечной массы и способность развивать скорость до 70 км в час. Лесные бизоны способны внушить страх даже самому заядлому любителю животных. На самом деле эти исполины достаточно мирные. К туристам относятся с настороженностью, из лесных зарослей появляются только на звуки рассыпающегося комбикорма и знакомые призывы работников резервата. Если к бизонам по объективным причинам близко подойти не получается, то на помощь приходят другие обитатели парка. Вот, например, изюбры. Главная цель специалистов – выпустить животных на волю. Но для этого понадобится десятки лет, ведь чтобы стать полноценным видом, этих могучих быков в Якутии должно быть не меньше 1000.